Ребятки, всем привет. Да. Это Игорь Зиненко, это... он у нас писатель и художник. А это Саша Зиненко, он у нас писатель и писатель. И, в общем-то, мы для вас подготовили такой небольшой новый эксперимент. Нам было интересно пообщаться с людьми из комиксной среды о том, что мы не знаем. Может, они расскажут нам. И вам об этом рассказать, чтобы развеять какие-то мифы. И сомнения, может, какие-то связанные с тем, как делаются комиксы и стоит ли их вообще делать. И мы хотели, чтобы их советы, их рассказы личные могли вам что-нибудь подсказать для вашей собственной ситуации. Скажем так, послужить толчком для того, чтобы заниматься тем, что, возможно, вам нравится и будет вашим дальнейшим занятием. Первые люди, которые мы решили пригласить, это... которые нам доверили запуск этой рубрики. И с которыми приятно очень это сделать. Это Наталья Ререкина и Серафим Онищенко. Да, и давайте мы им сейчас позвоним и пообщаемся на эту тему. Не переключайтесь. Да, берите уши и слушайте. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы? Ребята, вы уже не один год занимаетесь комиксами. И это ваш не первый проект, потому что, вот я знаю, Наташа и много комиксов уже рисовала, и сказки и в стиле манги, и фрилансом сейчас активно занимаешься. И знаю Серафим, который и книгу написал, и игру настольную сделал. Рассказы. И, да, и рассказы пишешь во вселенной, которую вы вместе создаете, насколько мы понимаем. И плюс еще ты работаешь в Frogware, если не ошибаюсь. Если до сих пор. Да, с чего вообще началось ваше знакомство? Как вы познакомились и решили вместе сотрудничать? Как вот это вот произошло? Ха! Интересная история. В общем, так получилось, что на Комик-Коне киевском я узнала, что у нас в Киеве организовали издательство. Вот. Там были мрачные комиксы. Я такая, вау, я уже очень давно хочу рисовать мрачные комиксы. Я к ним прихожу, говорю, я готова, все. Конечно, деньги у них маленькие, но я такая, все, мне все равно, какие деньги, я готова. В общем, и в какой-то момент я начинаю работать. Я сначала работала дома, потом целую неделю я у них, в общем, они решили меня в офис взять на работу, купили специальный планшет, потому что я иначе не хотела туда ехать. И, в общем, целую неделю я у них работала. И тут вырубается свет посреди недели. Что делать? Вся студия такая, ой, что делать? Пошлите-ка мы домой. И я с одним из редакторов пошли гулять пить кофе. Разговорились, я говорю, что вот я люблю мрачные комиксы, а мне почему-то какие-то детский сад дают рисовать. Он говорит, слушай, у меня есть классный писатель. Дрых. Да? Он говорит, про воронов пишет. Я, вау, про воронов. Он говорит, давай, мы каждую там выходные ходим в китайский ресторан, приходи, познакомим. В общем, я пришла, познакомилась с нашим человеком. А там Серафим в углу с вороном на плече. В углу сидела. Почти. Он мне подарил свою книгу, у него такая красная красивая обложка. Вот она. Класс, я ее прочитала. И, в общем, мы вообще-то буквально сразу же... Мне кажется, что я когда-то читала рассказ какой-то, очень давно, и автора я не запомнила. И мы решили, буквально на следующей неделе, мы решили делать комикс тестовый. Uh-huh. Я говорю, я хочу мрачный комикс. Хорошо. Серафим присылает мне синопсис. Я такая, всю это рисую! Это, кстати, собиратель птиц, который мы нарисовали вместе. Тогда же это был первый синопсис, и мы начали потихоньку работать, да. А потом так получилось, что одно из издательств собирались сделать этот сборник мрачных историй. Хорроров. И, да, хорроров. И я еще говорю, давай еще попробуем туда сделать историю. Не вопрос. Серафим сразу такой, на, я уже придумал. Мы немножко всегда, мне нужно сделать историю. Все, на тебе, раз, два, три, четыре, пять. Давай вот тут третью, да, окей, все. И мы сделали уже, у нас получилось «Голос из бездны». По факту, на самом деле, это первая история. Это уже опубликовано через издательство, или вы сами печатали сам издат? Сам издат. Ну, в основном сам издат, но сборник был, это издательство издавало. Mm-hmm. Да, они уже его издали, все. Но мы потом решили сделать цветную версию для
фестивале. Ну, так прикольно что смотрит. Так пошло, поехало, и я говорю, все, мне твой стиль нравится, ты замечательный сценарист, все, я тебя искала всю жизнь, давай делать комиксы. Да я только за. Что все-таки становится комиксом? Какая идея или какой рассказ, чего ты вообще решаешь? А вот этот рассказ а этот просто будет рассказом, и Наташа нарисует картинку красивую, чтобы вот все смотрели и сразу хотели прочитать. Комиксом у нас получилось так, что лежит очень много идей, которые мы придумывали и выстроили, так сказать, хронологию, что мы их будем делать. Обязательно когда-нибудь делаем. Но они потихонечку делаются. И Наташа постоянно добавляет туда что-то новое, я хватаюсь за голову, когда-нибудь они все будут созданы. Да. Еще бывает так, что я говорю, слушай, я хочу вот историю про вот это, очень хочу. Ладно, добавляю себе в таск. Сделаем. Да. Опять же, если есть какие-то конкурсы или возможности это издаться, то под это дело тоже можно придумать историю, и мы это делаем, так сказать, вне очереди. Еще, конечно же, интересно, как Наташа влияет на вот этот вот весь процесс. Она когда создает персонажей, и из персонажей рождаются истории, или она просто вводит какие-то видения свои о том, какая будет история? Я бы сказала, что это совместно тут. В смысле, вначале идет так, что, например, если нужна задача сделать определенную историю, Серафим придумывает разные варианты, а мы их выбираем, обсуждаем, да, и уже после этого делаем раскадровочку, да, очень простую, очень примитивную, и, собственно, я потом к ней пишу текст, более-менее финальный, Наташа ее записывает, я подчищаю текст так, чтобы он подходил ко всему, что там появилось нового, замечательного. И в перерыве где-то между этим мы, разумеется, концептим персонажей, монстров, пейзажи, собственно, обсуждаем, как должно выглядеть согласно лору и как это будет красиво выглядеть. Да. По факту это совместная работа. Касательно самого мира. Он весь у вас разворачивается вот в этой вселенной Domus et Anime, либо есть какие-то отдельные истории? По сути, большинство историй действительно разворачивается в этой вселенной. Если есть какие-то другие, то они просто делаются, исходя из того, что нужно сделать, предположим, там, по какой-то теме, которую я или не хочу вставлять в мир, или я не хочу рисковать тем, что она уйдет в интеллектуальную собственность кого-то другого, издателя или еще кого-то, и у меня будут сложности с тем, чтобы это забрать себе. Так сказать, берегу целостность своего спасения. Это правильно. Для себя. Вы начали историю про птиц, и она такая, как такое хорошее начало истории, которое ждет большое продолжение. У вас, видимо, планы какие-то такие на нее? Признавайтесь. Нет. Планов на собирателя птиц планов нет. Это уже законченная история. Возможно, если мы сами захотим, будет внутренняя потребность ее рассказать дальше, тогда, я думаю, мы будем этим заниматься. Либо извне что-нибудь простимулирует дальнейшее развитие. Но, в общем, эта история полностью закончена. Единственное, мы сделали сейчас к ней приквел, потому что просто хочется. Да, это хочется. Будет единственная маленькая дополнительная часть. Когда хочется, это хорошо, что есть возможность. Стимул, да. Наташа, ты где-то училась или самостоятельно? Потому что я читал некоторые статьи, в которых ты рассказывала, что тебе там с детства нравилось рисовать каких-то диснеевских персонажей, и ты после этого сразу начала рисовать комиксы? Или прошла какое-то обучение? Я стандартно ходила в художественную... вообще, да, диснеевские мультики. Я буквально после того, как посмотрела «Русалочку», у меня просто открылся какой-то внутренний канал, источник магии. Вот. И я начала активно рисовать. То есть там такой прорыв случился. А потом я поняла... Для меня форма комикса – это была очень близкая по анимации. Я хотела и мечтала стать аниматором, и я хотела рассказывать истории. Вот именно форма вот этой комикса, панели, рассказывания истории, это была очень близкая к этому. Возможно, я даже где-то в детстве видела комиксы, даже, скорее всего, то есть я саму вот эту форму передачи истории, картинок, это все я уже видела, и я начала это воспроизводить, делать свои сюжеты, комиксы рисовать у меня было очень много.
А потом, когда мои же комиксы увидел один профессиональный художник из анимационной студии, он меня пригласил через одноклассницу моей одноклассницы бывшей, он меня пригласил на студию. Я такая долго мялась, пришла, говорю, вот я ваша племянница, не знаю, какой племянница, это оказалась просто дочка подруги. Вот, он говорит, ну ладно, приходи. Протестировал, как бы я села, сделала задание, все работает. Я 5 лет проработала в анимации. Параллельно, опять же, продолжала делать свои комиксы. Это было всегда. А сейчас я, правда, такая... Не, анимация это, конечно, хорошо, но комиксы это круче. Мне кажется, отчасти история сама похожа на какой-то диснеевский сюжет. Такой, о, меня нашли, увидели. Это здорово. Мне кажется, еще тебе не устроило в анимации то, что она не такая мрачная, и там нет ворон черных. Нет, мне очень хотелось как-то самореализовываться, а не просто выполнять чьи-то там, это уже так ко мне обращаются как к художнику, лично, моему стилю. А там я должна была повторять чужие стилистики, и каждый новый проект — это новый стиль, и ты должен под него подстраиваться. Свобода, хотелось свободы, мы тебя понимаем, да. Серафим, расскажи, пожалуйста, о том, как ты подходишь к сценарию, было ли легко, да, переходить от книжного формата к сценарию комикса? На самом деле гораздо легче, чем могло бы показаться, потому что во многом мы делаем это вместе и поэтапно. То есть я начинаю с того, что у меня появляется какая-то идея, которая подходит под то, что мы хотим сделать. Обычно находится какой-нибудь трек, я его слушаю, у меня в голове образ, да, все, я знаю, что должно быть. Я вкратце описываю это, без всяких особых подробностей, подробности я могу и так пересказать. И мы думаем, как можно это все красивенько сделать и вжать в, как можно, так сказать, более сжатые объемы, потому что если разворачиваться на полную, это будет слишком долго, у нас слишком много всего, но быстренько, поэтому мы стараемся, так сказать, быть лаконичными, побольше действия, побольше событий, чтобы вся история раскрылась. И уже примерно в момент, когда мы рисуем первую раскадровку, история начинает приобретать ту самую плоть, когда я четко знаю, где что случится, кто примерно что должен говорить, какое у них настроение, как они себя ведут, о чем думают, чего желают, что с ними случится в конце и как. А уже остальное более-менее полировка, так что... По этапам. Больше похоже на редактирование финального текста. Ну, и мы всегда на связи, как бы, при уже финализировании самой странички, буквально каждый раз скитаю все этапы Серафиму, и у нас сейчас чуть ли не трансляцию ему веду, как я рисую, так что он может вмешиваться на любом этапе, обсуждать. Я с ним обсуждаю. Вот, например, я просто ради примера, вот так раскадровка. Это мы вместе делаем так раскадровку. И если я вдруг так криво нарисовала, я не помню, он там радуется или плачет. Да, я начинаю. Вот, кстати, вот да, вы заговорили о всем совместном процессе, если так по этапам разделить, как он у вас проходит. Потому что мы, когда с Игорем работаем над комиксом, где-то это начинается все-таки со сценария, который мы вместе придумываем, потом я уже сажусь и разделяю, и потом Игорь тоже делает свою часть и разбивает сцену на кадры, и как бы он уже режиссерски это видит и доделывает. И опять же, как у вас с Серафимом, мы уже на следующих этапах дополнительно уже шлифуем текст. Как у вас вот проходит это, когда вы на расстоянии? Потому что мы можем близко общаться, и мы можем это делать совместно. Да. Ну, мы живем в одном городе, поэтому нам не трудно встретиться. То есть, что. Я все-таки тоже как режиссер. У нас есть раскадровка, но все-таки, например, так как Серафим не пишет сценарий, нету не прописанные сами вещи. Да, я не пишу, как он должен взглянуть, как он должен сделать. Уже как у режиссера, например, я начинаю играть с актерами, заставлять персонажей как бы играть свои роли. Вот, отвечаю за актерскую часть. Да. Поэтому... Ну, в принципе, что еще? Да, в общем, да, все так. А потом уже, опять же... Я задаю эмоцию, да. Наташа ее реализует в позах, в жестах.
Например, сейчас каждый персонаж должен иметь свой характер. У нас сейчас параллельно еще у нас две манги. Вот, и я вот вчера говорю, слушай, там, какой характер у этого персонажа? Надо, чтобы этот более был агрессивный, а этот более был спокойный. Вот, и мы так обсуждаем. По времени, да, сколько занимает у вас работа, вот, допустим, на одной странице? Потому что вот вы говорите, две манги сейчас прямо ведете. Сколько времени у вас уходит на создание? Вы спите вообще, скажите? Сколько у вас часов в дне? Блин, это сложно, тут же разные этапы, например, пока ты... У нас получается очень странно, потому что мы все это не в плане основной работы, а по вечерам, по выходным, когда придется. И иногда бывает, что какой-то проект получается сделать очень быстро, то есть буквально встретились, а давай зарисуем вот эту вот эскадрону, а давай. Сели, зарисовали, все, она у нас получилась, практически весь комикс, этап пройден. Потом пару недель, да не, вроде не хочется, то есть... Ну, это что-то, кстати, не было. Дополнительные штуки. А вот когда дело доходит до, собственно, рисования страничек, да, то... Метеор. Ну, в общем, так как я фрилансер, получается, что у меня, например, я могу целый месяц себе выделить на ману. Ну, бывает так. Это, конечно, финансово затратно, но я все равно это стараюсь выделить, потому что это моя, так сказать, любовь, страсть и тому подобное. И при хороших условиях, если ничего не болит, ничего не мешает, две странички в сутки. Ну, готовый вариант. Рабочие. И готовы, да. Но это манга. Например, «Собиратель птиц», он был сложнее, потому что там плотность кадров была выше, там надо было его закрашивать, там, ну, и деталей много. И, конечно же, там была одна или же одна на два дня страничка, потому что такая она большая. А вот манги, манга, она черно-белая, минимум я стараюсь сделать тонировки, чтобы оно не сильно... Да, вот сейчас и уже проверено две странички в сутки нормально. Все. Если, конечно, там нету таких серьезных, очень сложных фонов, потому что фоны там всегда сложные. Ну да. Но они всегда у тебя замечательно получаются. Да. Я тоже хотел отметить, что нравятся вот эти фоны, как они получаются, как они наполнены в этим миром. Ты смотришь и прям так погружаешься. Спасибо. Давайте, ребята, мы сейчас перейдем к небольшой забаве, которую мы назвали «Со мной такое каждый день». Каждый день. Мы проверим вашу сплоченность, вашу творческую работу вместе и насколько вы хорошо работаете. Как дружеский коллектив. И мы поймем, почему рождаются такие вот необычные комиксы. Да, мы зададим вам ряд вопросов и от вас просто потребуется. Предложим варианты ответа. Вам нужно просто выбрать, что вы будете делать в такой-то ситуации. Итак, знаете, как бывает, говорят, не бойтесь, неправильных ответов не бывает. В нашем случае все наоборот, правильных ответов вообще нет. Поэтому все, что вы выберете, все будет правильно. Итак, типичная ситуация для художника, для сценариста, обычный день. Вы плывете на плоту. Да, посреди Тихого океана. Посреди Тихого ситуация. Океана, вода. И ваши первые мысли. А. Я думаю, это к Наташе, да? Да. А. Я больше не выберу этого туроператора. Б. Зачем мы развели костер на плоту? И В. Какой красивый закат нужно зарисовать или записать? Зарисовать. Отлично. Все, мы видим, что это уже вы создатели комиксов. Второй вопрос. После всех скитаний по открытому океану ваш плот наконец прибило к острову. Вы понимаете, что он необитаемый и хотите позвать на помощь. Как вы будете это делать? Вариант А. Серафим будет отправлять послание в бутылках, которые ему придется писать на обратной стороне самого лучшего из своих сценариев. Вариант Б. Наташа выложит надпись «СОС» из своих художественных принадлежностей на песке. И вариант В. Вы разведете костер, бросив туда только что законченный комикс в единственном экземпляре. Нет, ты что? Можно совместить А и Б. Да, но В это не категорично. Не вариант вообще. Хорошо.
Ну, давайте, выбираем один вариант. Либо послание в бутылках из сценария, либо надпись «СОС». Надпись «СОС», потому что твои планшеты не работают. Хорошо, хорошо. Третье. Вы писали надпись «СОС» и так увлеклись, что нарисовали на песке целый комикс. Благодаря своим творческим наклонностям. Да. На это у вас, как обычно, ушел день или два. Из-за ваших попыток привлечь внимание к себе, вас нашли туземцы. Они говорят на непонятном вам языке и вежливо угрожают съесть. Но по их жестам вы поняли, что они вас отпустят, если... А. Серафим станцует для них танец на углях с пьяными лемурами. Б. Отдадите все авторские права на свои прошлые и будущие комиксы им. И В. Если Наташа победит одного из дикарей в армрестлинг. Я в качалочку. Вариант В? Да. Хорошо, мы движемся дальше. Четвертый вопрос. Мы близки к финишу. Так как вы неправильно поняли жесты туземцев и вместо армрестлинга отдали руку и сердце Наташи за вождя до дикарей, а как вы поступите дальше? Серафим, как ты поступишь дальше? А. Подарите молодоженам гору бананов. Б. Подаришь. Да. Напишешь свадебную речь, чтобы завоевать титул лучшего шафера. В. Устроишь диверсию, рискуя собственной жизнью. Ну, есть смысл устраивать диверсию, потому что это Grim Dark Fantasy, в конце концов. Должны быть страдания. Бананы, мне нужны бананы. Бананы у них и так есть. Для диверсии... Я не пойму. Серафим, для диверсии... Ты собрал гору бананов, так что мы выигрышная ситуация. Но не успел ты что-то сделать, как прибежал на запах бананов Кинг-Конг и сразу вас двоих похитил. Уволок в джунгли. Вы думали, что были спасены, но тут Кинг-Конг увидел у Серафима в руках сценарий и вспомнил, что ему не выплатили гонорар за прошлый фильм. И поэтому стал бросаться на вас. Как вы поступите дальше? А. Споете ему колыбельную. Б. Пообещайте нарисовать про него свой следующий комикс, и В. Отдадите ему свой сценарий. Комикс? Рисуем комикс. Все, что ответ рисуем комикс, мы рисуем комикс. Правильный ответ. И вот что вышло в финале, к чему мы пришли. На следующее утро вы узнали, что Кинг-Конг обманул вас. Он выкрал сценарий. Отдал ваш сценарий Спилбергу, и сегодня начались съемки нового фильма. Вы разочаровались, но горевали недолго, так как на вас напали пришельцы. Они пролетали мимо Земли, но заметили вашу надпись «СОС», которую вы выложили принадлежностями, и заинтересовались вашим комиксом. Поэтому благодаря вам человечество теперь вас благодарит. Оно было взято в плен и ждет, когда будут выпущены новые выпуски комикса. Поэтому поздравляю вас! Ну, вот после теста сразу видно, что вы, люди комиксов до кончиков пальцев, любите рассказывать истории, придумывать и рисовать их. Наши люди, в общем. В принципе, как и мы. И давайте сейчас потихоньку вернемся к вопросам. На этом мы и сделаем паузу на сегодня, друзья, и встретимся в следующий раз со второй частью. Поэтому не забудьте подписаться и включить все уведомления. Всем отличного дня и счастливого конца света. Мам, пап, откуда берутся комиксы? Откуда берутся комиксы?